Старинная поморская деревня Умба отпраздновала свое 550-летие ровно 5,5 веков назад. Впервые было упомянуто название селения. Правда, в те времена оно находилось в 10 километрах от современной деревни. Издавна поморы занимались ловлей рыбы как в реке, так и в море. Сегодня деревня уже не имеет официального статуса населенного пункта. Она входит в состав городского поселения Умба. В обиходе же деревню так и называют «Старая Умба». Наши девушки не сматриваны, молодицы не целованы. Певческие, танцевальные, театральные коллективы. Они сохраняют и передают через свое творчество поморскую культуру. Праздник 550-летию со дня упоминания Умбы так и называется – «Поморские старины», что означает «сказки» или «старинные предания». Вот и несет праздник свою миссию – рассказать о поморских традициях, сохранить то древнее, что еще остается в памяти старожилов. Это народное творчество и кухня, и такие свойственные поморам хороводы и игры. Поздравить жителей Умбы приехали творческие коллективы из других городов Мурманской области. Так, ансамбль «Долинушка» из Апатитов – постоянный гость всех фольклорных фестивалей Умбы уже на протяжении 35 лет. «Долинушка, 34! Поздравляем! Поздравляем! 5 веков – это не 50 лет, как нашему году. Да, это да, да. История». Познакомиться с историей деревни, с поморским краем жители Умбы приглашают каждого. И не только в праздничные дни. На Терском берегу активно развивается туристическое направление, а сама Умба славится гостеприимством и красотами природы. Еще на любой праздник. Всегда будем рады вам. Анастасия Карева, Вероника Селиверстова из Умбы специально для Арктик ТВ.